начала года комплексное благоустройство провели в 29 дворах Одинцовского округа. Об этом рассказал заместитель главы администрации Станислав Григорьев. Такие работы, в числе прочего, подразумевают реконструкцию освещения. Заменены 360 метров линий. Установлены 320 энергоэффективных светильников. Кроме того, был проведен ремонт дорожек, тротуаров и проездов для автомобилей внутри двора. Общий объем составил более 50 тысяч квадратных метров. По согласованию с жителями обустроили новые парковочные места. Не забыли и про озеленение. В округе в этом году высадили более 12 тысяч деревьев. На улице Интернациональной благоустроены два новых сквера. Создано новое место притяжения для жителей. Появилась благоустроенная пешеходная тропа, по сути, соединяющая центральную часть города с станцией Одинцова. Отремонтировано было полностью асфальтобетонное покрытие. Появилась дорожно-тропиночная сеть в сквере. Благоустроили сквер в деревне Жуковка у памятника воинам-землякам. По словам Григорьева, к благоустройству этого объекта подошли со всей возможной осторожностью. Важно было не нарушить сложившуюся годами концепцию памятника. Сам мемориал отреставрировали и облицевали гранитными плитами. Еще одна востребованная жителями округа программа – народные тропы. Ее суть состоит в том, чтобы благоустроить стихийные дорожки. В рамках этого проекта в текущем году мы обустроили 27 объектов. Из них 17 объектов к дворовым и общественным пространствам, 5 объектов было реализовано к детским садам и школам. В 23-м году также мы пополнили парк коммунальной уборочной техники на 29 единиц. С начала года благоустройство проведено на 47 детских и спортивных площадках, 9 из которых по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Они оснащены безопасным резиновым покрытием и современным игровым оборудованием. Роман Попов, телекомпания «Одинцова».